Еще раз всем добрый вечер. Я немножечко, как говорится, закончила поливать, и пока я готовлю ужин для своего любимого супруга, решила вам показать, как цветет лук серебристый. Сейчас, естественно, вечер, поэтому у нас нету солнца. А почему я остановилась на сирене? Потому что сирень сейчас цветет потрясающе, пахнет, это знают все, но в сочетании с серебристым лохом запахом это, я не знаю, бомба или высший пилотаж. В общем, вот так цветет лук серебристый. Я не буду про него рассказывать, так как я про него уже снимала, как говорится, в своем видеоблоге небольшое видео, поэтому, кому интересно, можно его посмотреть. Вот, даже пчела. Представляете, на ночь глядя, и то решила собрать с лоха серебристого. Нектар. О, кому-то он напоминает афродизиак, запах пачули. Так что мед будет отличный. Вот, и то, что помните, я вам говорила, что он зацветет позже, чем вот эта замечательная яблоня. Вот яблоня еще цветет, зацвела сирень и зацвел серебристый лох. Слушайте, вы даже не представляете, как ароматно! Из сада вообще выходить не хочется. И если открыто окно, то все вот эти запахи попадают в дом. Так что, кому интересно, берите на заметку. В общем, сирень, серебристый лох и вот эта яблоня. Все, я вам уже снимала и рассказывала. В общем, я решила рассказать про цветение лоха серебристого. Точнее, показать, как он цветет. Я, как говорится, им и заканчиваю. Побежала, как говорится, проверять свой ужин. А всем приятных сновидений и хорошего вечера!